сознательный верующий. Исламская вера порождает благоразумие. Многосерийный цикл «Армия сатаны». Четвертая серия. Он постоянно пытается сломить тебя, навеять тебе печаль, нагнать на тебя мрак. С самого момента, когда он только объявил о своей ненависти к человечеству. Иблис, сатана, сказал: «Господи, за то, что ты совратил меня, я приукрашу для них грехи и удовольствия на земле и непременно совращу их всех, кроме твоих избранных рабов». Сура 15, аяты 39-40. И на протяжении истории он был причиной зла и уничтожения среди всех народов. А сегодня он стал сильнее, чем когда-либо. Его армия окрепла. Люцифериане, масоны, иллюминаты. Они крайне лояльны ему, сатане. Они спланировали каждую войну и смогли склонить тебя к своему образу мышления. Они установили свою собственную религию, свою политическую систему и создали новый мировой порядок. Они готовы манипулировать людьми и управлять международными делами, создавая события и внедряя агентуру в правительства и корпорации с целью получения политической власти и влияния и установления нового мирового порядка. Новый мировой порядок. Мир, в котором право закона заменяет право джунглей и управляет действиями государств. Когда мы достигнем успеха, а мы его достигнем, у нас появится реальный шанс установить этот новый мировой порядок. Порядок, в котором авторитетная Организация Объединенных Наций сможет использовать свою миротворческую роль для воплощения надежд и задач основателей ООН. Мы уже наблюдаем за кульминацией основательных перемен в обществе. Развязка нового мирового порядка. Мы видим интеграцию информационных технологий с торговыми отношениями. Мы наблюдаем за тем, как экономика, политика, культура и идеология передаются одновременно от одного государства к другому. А вместе с этой технологией и способностью передавать идеи, сама система ценностей людей, то, как они принимают пищу, то, чем им нравится заниматься, как они проводят свое свободное время, их расовые понятия, их культура, их идеология передаются по всему миру. Некий вид глобализации. С учетом прорыва в информационных технологиях, с развитием главных событий, все подходит к развязке и начинает достигать пика. А мы, ни в чем не повинные люди, наблюдаем за всем происходящим и пытаемся понять, что же происходит, что происходит с нашим миром, в котором всегда было столько разных мнений, разных народов, разных подходов к решению проблем, посредством которых мы могли бы взаимно дополнять друг друга. А теперь мы видим, как политику лишили ее реального потенциала, как экономика стала регулировать весь социальный обмен. Мы видим, как государства стали обслуживать финансовые структуры. Реальная сила уже давно не в руках генералов. Теперь реальная сила переходит в руки лиц, управляющих экономикой, банковскими системами. А потом мы видим, как политики начинают выполнять роль специалистов по связям с общественностью, пытаясь лишь контролировать массы, убаюкивая их в сон, или же наводя на них ужас. А потом мы видим, как масса людей становится беспомощно занятыми. Их жизнь находится под постоянным ударом целой цепи культурных событий. И эти культурные события становятся главным смыслом их жизни. Чемпионат мира
чемпионская серия лиги, регби, крикет, хоккей, большой теннис. Какой вид спорта ни возьми, за ним стоят целые государства. А спортсмены становятся национальными героями. Даже в Саудовской Аравии, даже в наших мусульманских странах национальными героями становятся футболисты, которые гоняются за мячиком, пытаясь загнать его в сетку. И это делает из них национальных героев, в то время как где-то гибнут люди. А мы уже даже не можем отвлечься. Все это становится похоже на промывание наших мозгов с использованием эффективных музыкальных заставок, играя на наших эмоциях и видеотрансляции в самые дальние уголки нашей планеты. У людей меняется сам процесс мышления. Люди теперь обожают супергероев. Они уже не уверены в своей собственной идентичности, пытаясь изменить свой облик, цвет волос, цвет глаз, то, как они одеваются, разговаривают. И все это на глобальном уровне. Мы наблюдаем за ростом наркотической зависимости до ранее неслыханных масштабов. Посетив 36 стран, пожив среди мусульман и наблюдая за ними, я обнаружил, что во всех общинах молодежь просто помешана на наркотиках. Они просто рекой текут в наши страны. В самом разном виде. Будь это кокаин, ЛСД, психоделические вещества, антидепрессанты для поднятия настроения, угнетения вашего состояния, дезориентации, создавая для вас бутафорский мир и прививая вам некую лжезависимость с тем, чтобы вы стали полностью зависимы от этого химического вещества, чтобы вы забыли об Аллахе. Вашим богом становится наркодилер. Вашим богом становится химическое вещество, таким образом создавая зависимость среди целых масс людей. Масонская идея заключается в том, чтобы подготовить мировую сцену для появления на ней их главного повелителя, Даджаля, Антихриста. По рассказам Анаса ибн Малика, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не было еще пророка, который бы не предостерегал свою общину от этого притворного лжеца. Поистине он будет одноглазым, в то время как ваш Господь не является одноглазым. На лбу у него будут буквы, составляющие слово «кафир» в «Сахих Муслим». Перед вами долларовая банкнота. Теперь уже девальвированная банкнота. На обратной стороне этой банкноты изображена печать, именуемая Большой печатью Соединенных Штатов. Это название их печати. За Большой печатью Соединенных Штатов изображена пирамида с глазом. Так вот, глаз этот символизирует Бога, превосходящего Солнца по имени Ра. Это все тот же самый всюду встречающийся митраистский образ. Это и есть масонский бог Ра. 13 пятиконечных звезд. Если же мы соединим их линиями, то у нас получится шестиконечная звезда. Если же мы возьмем шестиконечную звезду и спроектируем ее поверх пирамиды, то ее концы укажут на определенные буквы латинской надписи вокруг нее, что предположительно является анаграммой. В американском толковом словаре есть слово «анаграмма», что является литературным приемом, состоящим в перестановке букв определенного слова с целью скрытия этого самого слова. Если же мы расставим их по местам, то мы увидим слово «масон». Таким образом, мы узнаем, что именно масоны стоят за разработкой рисунка Большой печати Соединенных Штатов. Поиск скрытого смысла в визуальном символизме не ограничивается лишь изображениями. Есть утверждение, что число 13 – самое недоброе число в западной традиции. Скрыто во многих символах, присутствующих на однодолларовой купюре. Они указывают на повторение символичного числа 13, как, например, 13 листьев на оливковой ветви в когтях правой лапы орла, 13 стрел в левой лапе, 13 звезд над головой орла и 13-кратно рассеченный щит на серебро и червлень. Посчитайте перья, и вы обнаружите 32 пера на левом крыле птицы и 33 на правом.
Согласно пониманию, это количество представляет 33 уровня масонства, принятого Верховным Советом Шотландского Устава, наиболее яркого масонского ордена в Америке, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне. Если мы посмотрим внимательно, то увидим, что у пирамиды отсутствует верхняя часть. Она изображена без верхушки, а глаз нависает над ее верхней частью и еще не опустился, поскольку они верят, что пока они не завершат свой масонский проект, как говорится в надписи ниже, «Novus Ordo Seclorum» и «Anuit Conceptus», что означает «Он одобрил наш проект». Иными словами, Бог, в которого они верят, одобрил наш проект. О каком же проекте идет речь? Спрашивается, какой проект одобрил этот Бог? Проект в буквальном смысле означает секуляризацию мира, то есть полностью лишение мира всяких религий. В этом и состоит цель проекта. Именно поэтому он и называется «Novus Ordo Seclorum», то есть «Новый светский или же мировой порядок». Иногда истина настолько очевидна, что ее не замечают. Именно поэтому следует изменить взгляд на мир с позиции простого верующего на позицию благоразумного верующего, и тогда можно по-настоящему увидеть, что же на самом деле происходит в этом мире. Неужели мы живем согласно тщательно подготовленному и наигранному сценарию? В свободном ли мире мы живем? Или же все находится под контролем элитных масс? Открой глаза. Продолжение следует, иншаллах. Канал «Голос истины» работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама.